серьезно. Да? Скажите, есть ли четкие какие-то критерии, четкие тесты или анализы крови, я грубо говорю сейчас, да, которые могут определить, вот этот человек болен, вот этот человек не болен, именно с точки зрения психики? Нет, конечно. Таких критериев не существует. Психиатрия – это вообще наука сугубо и глубоко спекулятивная. Она целиком и полностью зависит от взгляда врача. Я всегда говорю от того, каким именно образом врач скосит глаза. Обычно врач скашивает глаза следом за названием. Да, вот как бы какое название мы новое придумаем. Ну, например, вот возникает множество понятий, которые то входят в моду, то выходят из моды. Вот несколько лет назад в большой моде было понятие социофобия. Это боязнь общества, боязнь общения. И тогда выходили пособия по борьбе с социофобией, книжки. Последние несколько лет в большой моде понятие панические атаки. Но на самом деле это, чтобы вы в первую очередь понимали, это ни в коем случае не диагнозы. Это на самом деле такой искусственный конструкт, который имеет свое описание. Я всегда сравниваю это с мифами. Но вот есть, да, миф. В него входят определенные персонажи. Ну, в общем, в этом мифе часто эти персонажи меняются местами в разных вариантах изложения мифа. Ну вот примерно так, на этом уровне и до сих пор существует понятие «психиатрический диагноз». Если вы хотите меня спросить, существуют ли в сегодняшней психиатрии некоторые критерии, которые позволяют отличать нормального человека от безумца, то я хочу сказать, сегодня и всегда эти критерии были чисто описательными. В строгом смысле этого слова – художественными. То, что врачи пишут в историях болезни, у нас именуется психическим статусом. История психического статуса – это тоже очень сложная история. Но, значит, суть заключается примерно в следующем. Я должен, описав художественно, без использования терминологии, категорически, некоторые приметы вашего поведения, мое впечатление от вас. Я должен на основании этого описания поставить вам диагноз. Ну, например, диагноз морального безумия. Давайте пока не будем прикасаться к таким великим проблемам, как шизофрения, например. Сам по себе психический статус, исходя из того, что я вам рассказываю. Я в данном случае совсем не религиозный фанатик. Я пытаюсь объяснить вот что. Что получается, что в этом психическом статусе действует простейшая закономерность. Чем человек более болен, тем проще мне написать психический статус. Ну, например, вот человек в каком-нибудь остром состоянии, например, с мутизмом. Он сидит у меня на приеме в одной позе, на вопросы не отвечает, глаза не открывает, ну, иногда открывает, не общается, на меня не реагирует. Ну и все, достаточно, правда, я пишу, сидит в одной позе, не реагирует, не открывает глаз, мимика монотонная. Да? Там дальше я шупаю мышцы и пишу, мышцы напряжены, ну, некоторые кататонические синдромы я в данном случае описываю. Все, ну, в любом случае, на полстраницы, на страницу, ситуация понятна. Иное дело, психический статус любимой девушки, вот который я могу превратить в трехтомный роман. Чем человек нормальнее, тем больше свойств и реакций он в себе содержит. Правда? И если учесть, что в конечном итоге это большое количество реакций стремится к бесконечности, то, видимо, бесконечное количество свойств и реакций содержит в себе только одно известное человеку начало, да, во Вселенной. Мы называем его Богом. Вот если мы относимся к человеку как к Богу, тогда у нас есть некоторые представления о норме. Других нет. Хотите верьте, хотите нет.
Потому что даже когда мы говорим «норма социума», то никто не берется почему-то описать эту самую норму социума. Понимаете? Ну как вот, какие характеристики у нее есть, у этой нормы? Ну да, для, извините, для в строгом смысле этого слова, для советской власти спекулянт болен. Ну болен. Так оно и было, так иногда и ставился вопрос. Священник для советской власти тоже болен. Я сталкивался даже с такими случаями. Ну, искренняя вера в Бога, собственно говоря, есть параноидный психоз. Был такой диагноз? Да, конечно. Если человек упорствовал, пытался доказывать, и психиатр расспрашивал его о своих... Нет, как, такой диагноз мог быть поставлен, давайте так будем говорить. И, в общем, я когда-то присутствовал при постановке такого рода диагноза. Очень интересно, я ее потом в книге описал, потому что потом врач, который поставил этот диагноз, стал прихожанином своего бывшего пациента. Ну, это сложная история. Это какой год? Представьте, эпоха просто. 83-й. Вот, соответственно, поэтому, да, потом произошла смена ориентира. Но я не про это, я про то, что и поныне ведь до сих пор существуют официальные письменные приказы. Я знаю, в одном из наших институтов психиатрии московских действует приказ не вступать в диалоги, скажем, с священнослужителем. Невозможно пересечь, понимаете, если действительно глубоко смотреть на эти вещи. Вот, и я почему, чего это мы вдруг с вами заговорили про норму? Вот, к сожалению, это такая, если хотите, экзистенциальная модель нормы, да? Но других представлений нет. Поскольку, ну что такое нормальное общество? Ну вот, да, советское общество было нормальным или патологическим. А общество нацистской Германии, а между прочим, на основе представлений немецкой психиатрии, классической, мы с вами работаем, советская психиатрия, потом российская психиатрия, относит себя к классической немецкой психиатрической школе. Так вот, немецкая, вот от представления о психопатиях до представлений о национальной неполноценности, это моральная неполноценность, как она звучит, расовая неполноценность. Один шаг. И немецкая психиатрия очень активно участвовала еще начиная с 20-х годов. Крупные психиатры немецкие издавали книги, призывавшие очистить общество от психопатов путем заключения их в специальные концентрационные лагеря. Поскольку как только мысль цепляется не за анализ крови, а за абстрактные признаки вашего поведения, а представления о норме нет, она тут же становится технологией власти или значимости конкретного психиатра. Ведь почему я об этом рассказываю? Ну, вы знаете, в действительности, вот совсем тем, да, какая-нибудь итальянская реформа психиатрическая, знаменитая, она и была направлена на борьбу ровно с тем, о чем мы сейчас с вами говорим. Вообще все идеи о реформации психиатрии, они идут двумя путями. Первое, для того, чтобы больной был... вылечился, его необходимо социализировать, реабилитировать, вернуть обратно в общество. Потому что только там он сможет постичь, что же такое вот эта немыслимая норма. Он ее интуитивно почувствует. В обществе, а не в стенах психбольницы, где другая норма. Мне приходилось сталкиваться с таким количеством подобных историй, именно с историей, что родители не имеют достаточного какого-то, ну пусть элементарно психологического или душевного образования, чтобы просто знать, какие кризисы
переживает ребенок, а тем более подросток. Как в этих кризисах с ним надо обращаться? Да, мы же говорим не о, там, я не знаю, не о 10% интеллигентных и образованных родителей. Хотя эти тоже заняты. Ну, там, я не знаю, подросток начинает сбегать из дома. Чего тебе дома-то не сидится? Наверное, ты больной. Приходишь к доктору, больной. Я, между прочим, вот... Это было давно, правда, это было в начале 2000-х, но я никогда не забуду девочку, которую мама привела к доктору, как бы, потому что девочка мешала учительнице в школе, косу все время теребила. Ну, косу теребила и дергала головой нервно. Вот, девочке назначили аминозин почему-то, я не знаю, с какого перепуга. То есть не спрашивайте меня об этом, я девочку смотрел. И у нее остановилось развитие. Но косу она дергать перестала. Понимаете, какая штука? Но вместе с этим она перестала и учиться тоже. И мама мне так и говорила, не московская мама, она мне говорила, понимаете, Александр Геннадьевич, но она же перестала дергать косу. Правда, она перестала почему-то за партой сидеть, падает все время на пол. А теперь как вылечить, чтобы она из-за парты не падала? И поэтому я позволяю себе, будучи вполне себе светским дядькой, более чем, уверяю вас, я позволяю себе говорить о том, что норма – это Бог, что это такая тайна души, которая есть в человеке, и которая бесконечна. Потому что если мы попробуем механизировать как-то этот процесс отношения души врача к душе больного, то в результате мы, в общем, имеем то, что имеем. Вы понимаете, в чем дело? Мы не можем ответить на вопрос, как действуют психотропные препараты, потому что, слава Богу, Господи, слава Тебе за то, что мы до сих пор не знаем, как работает нервная система. Потому что если мы, не дай Бог, имея тот уровень отношения друг к другу, который есть у нас сегодня, в том числе врача и пациента, если мы, не дай Бог, узнаем, как работает человеческая душа, то мы с вами через несколько месяцев превратимся в управляемых роботов. Это слава Богу, что власть имеющие не знают, как она работает. Представляете себе, если бы фюрер знал основные механизмы работы чего-нибудь, памяти, воли, любви. Душа человеческая – это черный ящик. Мы знаем только сигнал на входе и сигнал на выходе. Точнее сказать невозможно по той простой причине, что, например, аминозин, попадая в организм, распадается и в желудке, и после желудка на 124 разных метаболита, как это правильно называется. То есть на 124 разных молекул. Эти 124 молекулы, каждая, вступая в следующие реакции, вызывает порядка 200 тысяч разнообразных химических реакций. Дело не в количестве, а дело в том, что в общем объективно то, что делает нейролептик, является таким, ну просто чтобы было понятно, надеванием пыльного мешка на всю зону восприятия. Что такое здоровый человек? Это человек, который всегда чувствует себя счастливым и здоровым. Да, так примерно. Ну, как бы общественное, попсовое мнение. Так думает, это верно. А на самом деле ведь без депрессии или без того, что мы считаем депрессией у себя, невозможно никакое обучение. Ну, я там, вот мы поговорили, я говорю: Марин, слушайте, пойдемте трахнемся. Вы красивая женщина, я вот такой умный мужчина. На что вы мне говорите? Пошел вон старый хрыч, скажем. Дальше, вот смотрите, это очень важный момент, принципиальный. Я либо испытываю депрессию, иду домой и думаю: вот, когда же ты вырастешь, старый дурак, у тебя волосы уже седые, глаза не видят, а ты все к молодым девкам пытаешься приставать.
И это депрессия. А во втором варианте, я думаю, она мне не дала. Надо же, какая дура. О! И это... Скажите мне, пожалуйста, какое из этих мышлений является нормальным? Пока мы все-таки считаем нормальным первый вариант. Да, ну, я там иду и думаю, действительно. Но это лишь пока. Потому что на самом деле, когда меня призывают чувствовать себя, мыслить позитивно, меня на самом деле призывают к психическому заболеванию, которое, правда, не шизофрения называется, или шизофрения – это вообще болезнь, мы сейчас говорим о синдромах, да? Маниакальным синдромом, манией. Да, это когда человек начал что-то делать, и ему кажется, что он все уже сделал. Взял веник, ему кажется, уже пол подлил. В общем, это состояние действительно близко к такому какому-то общепринятому представлению о счастье, правда? Близко, близко. Да, ну вот, поэтому, как вам сказать, вот это абсолютное счастье, которое предлагает потребительская культура, купил прокладки, и все, 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 вот они, я такой весь. Главное, чтобы было сухо. Это ведь счастье идиота, счастье слабоумного. Когда я, а ко мне ведь приходят и пишут мальчики и девочки, которые абсолютно искренне считают, что они не могут расстраиваться. Что вот если у них что-то не получается, и это их расстраивает, то это депрессия или беда. Все должно у человека получаться, и он должен чувствовать, что у него все хорошо. Мы не умеем говорить о ценности страдания, потому что именно когда мне плохо в том или ином смысле, я начинаю думать, как бы мне измениться. А иначе я об этом не думаю. Иначе у меня все хорошо. Я пригласил на секс, можно сказать. Сейчас так принято. Ничего такого неприличного в этом нет. Мы вообще вдвоем были. А как бы, если вы не согласились, ну, значит, вы дура. Я же не расстраиваюсь. Это такой, может быть, не самый удачный пример, но, тем не менее, как бы какая-то такая норма культуры, она стремится к этому, именно к этому. Как только ты о чем-то задумался, или я призываю, или программа призывает о чем-то задуматься, я выключаю телевизор, это меня грузит. Самая главная задача – не задумываться. Значит, нормой культуры является та или иная мера деменции или слабоумия. Я не хочу задумываться, это грузит меня. Я хочу жить просто и все, как порхать с цветка на цветок. А осознавать, анализировать свои собственные желания я не хочу, мне их должны подсказать.